Всем доброго времени суток, друзья. Сегодня еще одна интересная экскурсия. Экскурсия с хорошим бизнес-проектом. То есть, если вы какой-то крестьянин или у вас есть какой-то кусок земли, вы пытаетесь на нем выращивать там картошку, огурцы, помидоры, либо разводить там каких-то животных, коров, свиней, вы понимаете, что заниматься этим невыгодно. И сегодня мы уже второй раз заскакиваем в одно интересное место, это Литва, где, опять же, крестьянин, имея большую землю, решил ее использовать немножко нетрадиционно. То есть, если бы этот кусочек земли использовался под сельхозугодие, он бы не принес ничего. А вот сейчас мы посмотрим, что принес он его владельцу. Итак, парковки здесь три, и они, как правило, все забиты. Местечко это называется Динозо в Радаляй. Когда едете в Паланку, либо едете в морской музей, дельфинарий, оно даже очень по пути. Оно находится в 20 километрах от дельфинария, чтобы было всем понятно. И здесь какое-то время был Динозо, у нас есть обзор на него, отдельно приложу ниже. А вот их новая фишка, проект, который обошелся им в 350 тысяч евро, это перевернутый дом. Вот в него мы сейчас и направляемся. Вход нам обошелся 20 взрослых, 3 ребенка, 21 евро. Мы направляемся, собственно говоря, в наш перевернутый дом. По легенде, динозавра за ногу привязали к дому, чтобы он не убежал, а он убежал и перевернул этот дом. Вот такой огромный динозавр и этот домик. Ну что здесь? А здесь вход, собака живет, цветок. Это вход, холл, где стулья все кверх ногами. И заходим в эту комнатку. Да, крыша едет, немножко необычно тут все, блин. Все кверх ногами. Детская комната. Там солдатики и машинки. Посмотри, сколько там солдатиков. Перевернутых. И пистолет. Круто! Это что? Ой, стаканчики, смотрите, это как он называется, мама, я забыла, Дасти, это... Кровать, здесь это... мальчик какой-то спал. Такая детская комната, перевернутая наоборот, я стою на потолке, а кроватка ребенка здесь накрытая, и куча игрушек, тапочки, машинки и все остальное. Но когда здесь ходишь, немножечко так голова кружится, если честно. Вторая детская комната для девочки. Игрушки перевернутые все. А что это такое? Перевернутая лестница. И туалет кверх ногами. Со стиральной машиной. И стиралка стирает кверх ногами. Стиралка стирает наоборот, и ванна вся наоборот. Хозяйская спальня на втором этаже. Все наоборот. Мама, тебе это точно понравится? Что там? Все хотим. На хуже обязательно сделаем. Просто. Твоя любимая. Так же хорошо.
Это настоящий рай. Коллекция пива. Да. Здесь маленькие. Я хочу на балкон. Здесь большие. Все разные. Здесь наоборот. Когда ходишь по этому дому, вот голова реально кружится, потому что мозг твой, ну, не воспринимает такие вещи. Сейчас зашли мы на первый этаж, а в гараж, вон гаражные ворота, и здесь все наоборот, полки с инструментами, даже стоит вентилятор, который работает. Вот он. Все картинки, это гаражные ворота, а, яма для ремонта с покрышкой. Что здесь еще? Утюг, валяется гладильная доска. Жесть, тут главное, чтобы не стошнило, да? Такой дом галлюциногенный. Папа, что здесь? Какой хозяин живет здесь? Папа, смотри, он изверг, он сломал телефон. Компьютер, кнопки все подрывал. Он изверг, он сломал телефон и компьютер. Изверг. Upside down computer. У всех кружится голова или такой? Да, у меня тоже кружится. Ощущение единственное такие неприятные, что немного кружится голова, когда здесь ходишь, потому что ориентация в пространстве такое немножко теряется, и ты так себя очень нехорошо чувствуешь, аж так. Ну, бизнес-идея довольно неплохая. Вот так в среднем семья здесь оставляет каждые 20 евро. Если рядом Дино Зо принадлежит тому же человеку, это плюс 20 евро. И в ресторанчике примерно столько же. Считайте, где-то 200-300 семей в день неплохо здесь получается. И на ровном месте. Вот это хорошая фишка, это точно. Тут на территории туалет, и там что-то гудит, да? Что там такое? Открывай. О! И он кричит. Настоящий мужик. Мне губа! Так, мы уже объехали всю Литву вдоль и поперек. И это самые лучшие цепелины, которые мы ели в Литве. Фишка вот в этом замечательном соусе, таком прикольненьком. Его здесь прямо вот по полу цепелина наливают. И когда цепелин скрываешь, здесь такое красное мясо. Что в нем добавлено, черт его знает, но выглядит нереально вкусно. Что интересно, я здесь шкварочек не вижу. То есть цепелины, все, что нам предлагали, они были либо обжаренные, либо в таком же формате, и со шкварочками. А у этих, да, у этих вот такой вот соус. И есть тут шкварочки, конечно же, там один, может быть, процент. Вот он, маленький-маленький. Но вся фишка вот в этом необычном соусе. Они прям плавают в этом соусе, как хорошее гаспачо такое. И получается просто, вот он, и дети маленькие прям любят. Ника не и любит. И средние, и любые другие. Ника не любит цепелину, но сейчас она ест в полной щеке. Да? То есть она не пробовала цепелины, ей не нравились? Нет, ей давала, она откусила, ей не понравилось. А здесь цепелины прям все кушают и всем нравятся. Лучшие цепелины в Вильнюсе находятся в Дино Зо. Название ресторана очень сложно читается. Так, вышли мы из кофеюшки, забежали еще в кофеюшку, которая в Дино Зо, за моей спиной, не знаю, как она по-русски называется, скажу так, обслуживают на русском, самая вкуснейшая еда, которая по дороге нам встречалась, вот мы ее попробовали здесь сегодня. В Литве очень сложно найти невкусную кухню, это большая проблема, вот, поэтому, ну, неудивительно. А здесь она в самой вкусной кухне, вот прям самая вкусная. Средний счет, который нам обошелся, это 6 евро на человека. Мы покушали здесь, это первое, второе, и это реально ресторан, а не забегаловка. Ну все, теперь двигаемся домой. На сегодня, по-моему, аттракционов нам точно будет хватит.
Так, ну на этом наше путешествие в Водолей заканчивается. Думаю, что этот аттракцион только открылся. Было вам полезно увидеть о том, что он находится, и что не так уж и далеко, и не так уж дорого до него доехать. На сегодня все. Всем пока.